حطوا بدي اثنين فراش جوا بس خلي الوقت. يلا هاي النسق العبارة كان سلوا منه المسلحين وهذيك السيارة المسلحين كانوا يقصوا على الاستراد الطريق. Эта местность контролировалась снайперами бандитов, которые стреляли во все проезжающие машины. Люди гибли ежедневно, как погиб и водитель этого автомобиля. Сирийские граждане противостоят боевикам своей повседневной жизнью, своей работой. Зачистка. Когда боевики чувствуют, что не могут защищаться, они все сжигают и взрывают дома перед отступлением. В освобожденных кварталах Аль-Кабуна жизнь постепенно возвращается в мирное русло. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. الفجر كحل.